Здравствуйте. Вольники Дагестана стали чемпионами в трех весовых категориях. В Хасавюртовском дворце спорта имени Гамида Гамидова накануне стартовал чемпионат СКФУ по вольной борьбе. Обладателями золотых наград в нашей команде стали Рамазан Багаудинов 65 килограммов, Камиль Абдул-Вагабов 74 килограмма и Гаджимагомед Тажудинов 97 килограмм. Также в активе дагестанских борцов 3 серебряные и 7 бронзовых наград.